1998 год ознаменуется появлением новой музыкальной поп-группы. Ее имя в переводе с таджикского языка означает «три струны», а с персидского – «звезда». В истории этого бэнда был успех, признание, разочарование и время для принятия решений. В студии программы «Линии жизни» заслуженные артистки Республики Узбекистан Камила Хаджаева и Лайло Галиева. Вот это сила искусства, великая сила искусства, когда ты без ножа, без интриг и без сплетен –